На днях по инициативе ГУВД Ташкента, городского хакимиата и управления занятости в Мирзулукбекском районе состоялась ярмарка вакансий для женщин. Участники мероприятия познакомились с представителями компаний и имеющимися рабочими местами, получили ответы на интересующие их вопросы. В парке, расположенном в Мирзулукбекском районе, по инициативе отдела по вопросам женщин ГУВД Ташкента и других ведомств прошла ярмарка вакансий под девизом «Есть работа, есть профессия». Многие организации и компании приняли участие в мероприятии и предложили имеющиеся рабочие места для женщин. Организованная ярмарка вакансий направлена на обеспечение занятости женщин, помощи в их трудоустройстве. Наше предприятие «Технопарк» находится в Ешнабадском районе. Мы приглашаем на работу женщин. У нас имеется 300 свободных рабочих мест. Женщины, пришедшие на ярмарку, помимо поиска подходящей работы, также получили направление на обучение. А некоторые из них получили сертификаты о трудоустройстве. На данной ярмарке вакансии женщины получили подробную информацию по вакансиям, узнали об условиях труда, заработной плате и режиме работы. Кроме этого, был проведен выездной прием, в ходе которого 27 женщин, обратившихся по различным вопросам, получили необходимые рекомендации по решению своей проблемы.